Всем привет! Вы смотрите канал Денисенко Анастасия. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами новостями, которые произошли в компании Faberlic. Не все читают новости, которые выкладываются на всеобщее обозрение в программе «Партнер». Каждому консультанту, каждый консультант может с ними ознакомиться. И даже мои консультанты, когда приходят в офис, они спрашивают, почему приходят им такие вот тоненькие каталоги. Они привыкли, что каталоги Faberlic, они очень толстые в последнее время, да, и не привыкли вот к таким тоненьким каталогам. И все связано с тем, что в компании Faberlic произошли некоторые изменения, и они связаны с изменением ассортимента в компании, с увеличением ассортимента. Компания Faberlic стала выпускать детскую одежду. Это новость номер один. Компания Faberlic стала производителем детской одежды. И вторая новость, которая вытекает из этой новости, вот это такие вот изменения, вот такие новшества, они привели к тому, что стало необходимым разделение каталогов, потому что технически невозможным стало размещать одежду в общем каталоге, потому что это не читабельно для глаза, не смотрибельно для глаза, потому что в маленьком формате тяжело одежду разместить, потому что одежда нужна, требует крупного такого формата, крупного каталога. И поэтому компания Faberlic, она пришла к тому, что косметика Faberlic, уходовая косметика, декоративная косметика, она стала выставляться в отдельном каталоге, вот в таком вот отдельном каталоге. Поэтому каталог, он стал тоненьким. Каталог также будет выходить раз в 3 недели, то есть раз в 3 недели будут появляться какие-то новинки, будут какие-то обновления, какие-то акции происходить. Действие этого каталога с 22 апреля по 12 мая, то есть раз в 3 недели. Стоимость его такая же, не изменилась, это 30 рублей стоимость одного каталога. Если вы берете 5 каталогов, то 5 каталогов обойдутся вам 100 рублей. И так как появилась детская одежда, то компания Faberlic стала выпускать отдельный каталог, который называется «Стиль жизни». У него вот такой вот формат у этого каталога, то есть это не каталожный такой вариант, да, а скорее всего как книга, как журнал, да, и по формату он напоминает журнал «Страна Faberlic», то есть такого же размера. И здесь компания Faberlic, она перевела всю оставшуюся продукцию. Это БАДы, это косметика для дома, это биоудобрения, это посуда, это косметика для дома, да, я уже сказала, и вот главное событие, которое произошло в компании, это детская одежда. То есть там размещена детская одежда, и на самом деле намного удобнее размещать одежду вот именно в таком крупном формате, в таком большом формате, потому что, ну, это нереально картинками показывать все в маленьком. То есть это было бы настолько мелко, и нельзя было показать все преимущества, которые есть у этой детской одежды. То есть здесь разделено все по возрастам. Детская одежда для девочек и одежда для мальчиков. И по возрастам, там, по-моему, от 0 до 3 лет и так далее, с разбивками по возрастам. Но все, кто захотят посмотреть, да, что из себя представляет детская одежда, они купят себе отдельно вот этот вот каталог «Стиль жизни» и посмотрит. Стоимость этого каталога, что удивительно было для меня, это 30 рублей, да. Такого обычного формата каталоги, журналы и такой полиграфической печати, такого качества, они обычно дороже. И вот этот каталог «Стиль жизни», он будет выходить не раз в 3 недели, да, как вот по косметике, а будет выходить раз в 3 периода, то есть раз в 9 недель. И действовать он будет с 22 апреля по 23 июня. То есть у него срок действия такой вот достаточно большой. Не нужно будет покупать каждый период новый каталог. Детская одежда будет обновляться, но это тоже можно прочитать в новостях, либо послушать онлайн-конференцию, будет обновляться посезонно. Ну, как обычно берется, это весна, лето, осень, зима. То есть по сезону будет обновляться. И для меня теперь вот такими вот основными каталогами, да, которыми я могу показать клиентам, это стал каталог Faberlic по косметике и каталог «Стиль жизни». «Стиль жизни», кстати, очень даже можно оставить кому-нибудь в какой-нибудь организации, просто подписать свои контактные данные с обратной стороны, как всегда. С обратной стороны есть специальные поля для того, чтобы могли вы оставить свои данные и оставить в какой-то организации прямо на весь срок действия, то есть дать, положить, и пусть у них не хранится, даже можно не забирать каталог, чтобы они могли ознакомиться с продукцией, потому что стоимость у него не такая уж и большая, 30 рублей всего лишь составляет, и плюс ко всему
там есть что заказать на самом деле. И почему еще, вот с чем связано вот разделение каталогов? Ну, первое, потому что невозможно все в одном каталоге уместить, тогда бы каталог был бы как книга, и неудобно было бы его смотреть. И второе связано с тем, что, в принципе, косметических компаний, сетевых компаний достаточно много, да, и кто-то занимается, допустим, Avon компания, Oriflame, да, занимается продукцией, распространением продукции. И чем удобно разделение? Те, кто, допустим, зарегистрированы в компании Avon, они могут зарегистрироваться в компанию Faberlic. И, например, если они хотят распространять продукцию своей компании, например, Avon, они могут распространять ее, но у них нету, например, ни детской одежды, ни БАДов у них нет, ни посуды у них нет. И они могли бы носить вот этот вот каталог «Стиль жизни» вместе со своими косметическими каталогами других компаний. То есть можно теперь регистрировать других консультантов из других компаний, из других косметических компаний. Им будет удобно брать каталог, где нет косметики Faberlic, и распространять. Многие консультанты компании Infinum, наверное, спросят, а куда же делась продукция компании Infinum? Продукция компании Infinum, она теперь в отдельном каталоге. Этот каталог тоже будет выходить не раз в 3 периода, будет выходить раз в 9 недель, же как и стиль жизни. То есть они будут выходить в одно и то же время. И стоимость этого каталога 15 рублей. И там вся продукция компании вот именно Infinum. И это еще не все, это не все каталоги, да. Есть еще каталог на продукцию компании Singara. Я, как уже говорила, что до этого тоже был каталог компании Singara, но он был значительно меньше, вдвое раза меньше. Сейчас каталог компании Singara, он стал вдвое толще. И с чем это связано? Раньше на каждый продукт, раньше в старых каталогах на каждый продукт была такая хорошая подробная характеристика, да? Теперь вот этот каталог, уже новый каталог, он может служить справочником, потому что на каждый продукт дана не просто подробная характеристика, а вот мега-супер там подробная характеристика, да? То есть там прям на каждый продукт, на каждое средство два листа даны характеристики его, то есть два разворота, четыре страницы получается, да. Количество, то есть новинки никакие не появились, но само содержание каталога, оно увеличилось. Само такая вот содержательная, научная и такая подробная информация о каждом продукте, она, конечно, увеличилась. И вот эти вот каталоги, вот этот каталог Singara, он будет выходить и раз в полгода. То есть вам не нужно будет его покупать каждый период, раз в полгода он будет обновляться. И другим каталогом, это уже пятый каталог будет, он тоже выходит раз полгода, будет выходить раз в полгода, это продукты для здоровья, это каталог по БАДам. Как я уже сказала, в каталоге «Стиль жизни» тоже размещены БАДы, но там очень такая краткая информация о БАДах. А так как БАДы, они требуют более такого обширного познания, да, о БАДах хочется узнавать больше и хочется знать не только их состав, но и на решение каких возможных проблем они направлены, какие можно улучшить, каким образом можно улучшить состояние своего организма и каких-то отдельных его органов, с помощью каких программ. Все это написано, конечно, в отдельном каталоге «Продукты для здоровья». То есть здесь не только дана подробная характеристика на каждый продукт, но еще и даны программки решения каких-то возможных ваших проблем. Ну, например, там красота изнутри, стройность и красота, активное долголетие нервной системы и защита от стрессов, активное долголетие суставов, связок и позвоночника. И здесь вот расписаны продукты, которые направлены на решение вот этой вот проблемы, направлены на решение вот этой задачи, как их применять, в какой последовательности. А сзади вот как раз вот этого каталога дана таблица совместимости продуктов, то есть какие БАДы с какими БАДами можно совмещать, какие нейтральны друг к другу, а которые из них они полностью являются антагонизмами. То есть здесь вот такая вот табличка дана, очень хорошая таблица. И поэтому вот этот каталог, он как бы стоит отдельным каталогом, он нисколько не заменяет ту информацию, которая есть в этом каталоге по БАДам. То есть там дана просто краткая информация по БАДам. Если вы хотите что-то более подробное узнать, то, конечно, необходимо будет вот купить каталог вот этот вот. Но у меня, в принципе, есть все каталоги, да. Если мне недостаточно информации в этом каталоге, я обращаюсь по БАДам к этому каталогу, потому что я подбираю какие-то средства для своих родителей, я беру что-то себе, но я, как правило, очень плохой такой употребитель БАДов, потому что
В них важна именно регулярность, а с регулярностью у меня употребление проблем. Все коды и артикулы вот этих вот каталогов я оставлю внизу, и стоимость я оставлю тоже внизу, можно будет посмотреть и заказать для себя, потому что я знаю, что даже мои консультанты, которые приходят в офис, они не все читают новости, которые размещаются компанией Faberlic в программе «Партнеры», и они все интересуются, почему же каталог Faberlic, он стал таким тонким. И вот сейчас я рассказала в этом видео, почему он стал таким тонким, да, и вы всем своим консультантам говорите, что еще появился каталог «Стиль жизни». Но очень, мне очень понравился и формат этого каталога, мне понравилось, как все красочно, красиво все здесь оформлено. Ну, вот на самом деле, это тот стиль жизни, которым можно жить, потому что появляется все то, что необходимо нам в повседневной жизни, и все появляется в одной компании, это тоже вот делает меня немного счастливой. На самом деле делает меня немного счастливой, потому что я уже давно не покупаю что-то в магазинах. Ну, как сказать, покупаешь, естественно, что-то в магазинах, но все то, что вот необходимо вот для дома, да, для уборки дома, это косметика для дома, это различные салфеточки, все то, что нужно для приготовления, посуды как бы у меня еще нету, посуду я ничего не могу сказать, я посуду еще пока не приобретала, я очень хочу, я жду все-таки, когда появится какая-то акция на посуду, ну, например, со скидкой 50%, и как бы в ту квартиру, которая у меня сейчас есть, мне не хочется пока покупать посуду, потому что планирую все-таки в скором времени взять себе что-то другое, и хочется в новую квартиру взять себе новую посуду. И потом, наверное, я уже буду к этому готова, и потом я буду делать ролики уже с приготовлением, допустим, пищи в этой новой посуде, буду все это снимать, показывать, я думаю, это будет достаточно интересно. Но вот этот вот журнал мне очень понравился, девчонки, прям не жалейте, берите, потому что стоимость его 30 рублей, он действует 3 периода, то есть на каждый период у вас получается по 10 рублей, и он очень красивый, и, кстати, это увеличит не только ваши какие-то личные приобретения, но и личные продажи в том числе. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии, возьмите вот этот вот каталог, я думаю, вы с удовольствием его посмотрите. А на сегодня все, до скорой встречи, удачных вам покупок!